июньское, погожее, солнечное утро, и я на Нижней Москва-реке. Пока только разбираюсь, посмотрим. Пока ехали, поспрашивали у рыбачков, попалось, народу сидит много, сегодня суббота, поспрашивали рыбаков, одна-две рыба максимум. Вот здесь вот под кустом, под деревом, в воде такой хищник плещется. Вот пока разбираюсь, уже раз третий гоняет. Не знаю, кто это, жерех или еще кто-то. Сегодня я с Серегой. Я вам его покажу. Он дальше сидит за деревом. Да, Серег? По любасу. Хапнем? Да. Вот. Посмотрим, что из этого будет. Первый раз в этом году я на Нижней Москва-реке. Но в любом случае отдохну. Итак, друзья, первый заброс. На этом месте я впервые. Местечко понравилось. Пробил дно. Ориентир вон деревца на противоположном берегу. Яркий, выраженный. Пробил дно. Метров в 35, может быть, в 40 есть небольшая бровка. Не стал вас утомлять этим видео. Пусть вас учат профессионалы, спортсмены. Таких роликов много на YouTube. А я вам буду показывать простую рыбалочку. Итак, первый заброс. Так. О, отличненько. Не закармливал, кормушки не кидал, решил потамповать. Может быть, так будет лучше. Посмотрим. Друзья, на втором забросе поклевочка. Смотрим, что там. По-моему, рыбка на крючке. Да-да, есть что-то. Он-то сопротивляется. Ух ты, давит. Хорошо. Ух ты. Блин, подсадчика нету. Серег, что делать? Подсадчика нет? Да. А надо раскладывать подсадчик. Иди. Ну ладно, сейчас я сам. Пойду спускаться к воде. Хороший? Да неплохой. Вот такой, грамм 700. Ого. Неплохой.
Тихо! Он опять у меня в воду ускакал. Тёпится мне? А? Держись ты, не сопротивляйся. Тихо. Блин, бойкий какой. О, друзья, красавчик какой. Опа, блин, бойкий вообще, зараза. Красавчик, блин, не дает. Не хочет сниматься на камеру никак. Вот он, отправляется. Садочек надо разбирать и подсадчик. Третий заброс, друзья. Видимо, точечка выбрана правильно. Ага. Ага. Надо бы разложить подсадчик. Здесь без подсадчика никак. Друзья, после того подлещика, почти леща, было еще две поклевки, но вот уже забросов 5 или 6, может быть даже больше, ни одной потычки. Перепробовал все. И кучу опарышей сажал. И один опарыш. И опарыш с мотылем. Ничего, тишина. Вот 5 или 6 забросов. Что такое произошло? Точка скажет. Все сложно. Ну, продолжаем экспериментировать.
ориентировать, и продолжаем думать, вот сейчас насадим чистого мотыля, попробуем на него. А если не получится, следующий будет червячок. Поменьше. Ну что у вас там, что? Тишина. Тишина? Нет, совсем. Какая же тишина? Даже укрыт. На двух мотылей. Сказать, чтоб хороший. Средненький. Что? Не сказать, чтоб хороший. Так, средненький. Тоже червя копаешь? Да. Видишь, небольшой. Согласен. Хороший. 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 Баранов бы сказал сейчас хороший. Да? Да. Ай, тихо. Так себе. Грамм 350, может быть. Нет, сидит что-то. Что-то вроде хорошее такое. Такой же, как и предыдущий.
как предыдущий. Трава просто вот налипла. Ну вот, у Сереги что-то наконец-то клюнуло, да? Сачок просит. Ну-ка, ну-ка, посмотрим. Хороший? Хороший. Давай, спускайся. Я спускаться? Вон, смотри, ух ты, как-то. Ух ты, тихо, тихо, не поднимай его. Заводи его сюда, сачок. Заводи, 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 заводи. Тащи сюда. Все, все, у меня все. А. Все, спасибо. Всем спасибо, все свободны, да? Хороший. 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 Да. Дождался ты его. Угу. Да? Ну-ка, покажи к нам, ребятам. Пацачек-то принесешь. Или давай я сразу возьму. Нет, грамм 800, наверное. Ну, 700, 800, да, такой, как у меня. Итак, дорогие друзья, время 10 утра, клев стих, и мы решили собираться домой. Вот и подошла к концу моя очередная рыбалочка. Рыбалочка на новом месте. Для нового места, я считаю, для разведки я неплохо половил, неплохо подобрал дистанцию, точку, потому что рыбка обозначилась практически сразу. Другой вопрос, что она капризничала, но тем не менее с точкой разобрался, с местом и улов, неплохие подлещики. Я рыбалкой остался очень доволен.